Шалом, дорогие друзья! Всем доброй недели! Поздравляю всех с Ханукой, праздником света, праздником освобождения от греческого владычества. И желаю вам, чтобы все области вашей жизни максимально наполнились светом, и чтобы вы продвигались к Творцу и освещали этот мир светом Торы и заповедей с радостью и любовью. Ну, пока зрители собираются, я вам расскажу две важные идеи из недельной главы, которую читали в шаббат. Напишите только, пожалуйста, как видно, как слышно. Это важно. Шалом, Олег. Шалом, Светлана. Всем шалом. Отлично. Слышно хорошо. 10-10. Очень приятно. И напишите, сколько нас сейчас людей, пожалуйста, потому что у меня это не показывает. Окей. Пока люди собираются, расскажу вам три важные очень идеи из недельной главы. Значит, во-первых, написано про Иосифа, когда его кинули в яму, когда братья его кинули в яму, написана интересная вещь. Про яму. Бор рейк эн бумайм. Что это означает? Яма пустая, нет в ней воды. Странно, не пустая, тогда чем писать, что нет в ней воды? Сразу комментирует Рашин на этот пасук, что воды нет, но есть змеи и скорпионы. Что мы учим из этого? Как это релевантно для нас? Это очень важная мысль выходит из этого. Любое место, в котором, которое пустое, в него входят плохие мысли, лень, негативные эмоции и так далее. Это место наполняется. Как говорится, святое место пусто не бывает. Поэтому нам нужно обязательно пустые места заполнять святостью, заполнять Торой, заполнять заповедями, заполнять добрыми делами. Если мы это не делаем, то тогда, не дай Бог, туда входят плохие вещи. И это закон. Это закон этого мира. Понимаете? Так, отлично. Хорошая коммуникация. Эрефтов. Хакханука Самеах. Да, очень приятно, что есть люди. Каждый человек это целый мир. Чем больше миров, тем лучше. И, кстати говоря, чем больше народу есть на уроке Торы, тем больше есть заслуга каждого человека, который слушает этот урок. Итак, вторая вещь, которую я хотел с вами поделиться, про Йосефа написано в недельной главе, которую мы читали в шаббат. И был Всевышний с Йосефом, и он был успешным человеком. Да, написано, что Йосеф был успешным человеком. И еще один пасук про Йосефа. Старший над темницей не смотрит ни за чем, что в его руке, потому что Господь с ним, и всему, что он делает, Господь дает преуспеть. Да, говорится про Йосефа. Что когда Йосеф попал в темницу, то начальник тюрьмы дал ему в руки, в принципе, управление всей тюрьмой, потому что у Йосефа все получалось, он был очень талантливым, успешным человеком. И задается вопрос, благодаря чему Йосефу достоился такой огромной божественной поддержки? Я не знаю, на самом деле, был ли Йосеф такой талантливый, да, но то, что у него была божественная поддержка, это написано в Торе, с этим мы спорить не можем. И вопрос, как он удостоился этой божественной поддержки такой, что у него все получалось. Давайте вдумываемся в то, как вообще это было. Вот представьте себе, Египет, огромное количество рабов прибывает туда каждый день. И весь Египет полностью наполнен рабами. И сейчас прибывает Йосеф. И он в числе еще нескольких тысяч рабов, может быть десятков тысяч, попадает к Потифару. Потифар, это написано Сартабахим.
Сарта Бахим это можно перевести как начальник поваров, да? Ну, тогда в Египте это был большой человек, и у него было много рабов, десятки тысяч рабов. И представьте себе, что через какое-то время Потифар замечает Иосифа. Что нужно сделать для того, чтобы какого-то раба, который приехал непонятно откуда, вдруг заметил Потифар? И понятно, что это должно было быть что-то очень выдающееся. То есть вначале Иосиф выделился среди сотен. Над каждой сотней рабов был начальник. Начальник его заметил. Вау, как он классно работает, как у него все получается, супер. Прошло время, и начальник тысяч его заметил. Потом его заметил еще более высокий начальник. В конце концов, это дошло до Потифара, что есть один работник, который ну, просто потрясающе работает, все у него получается. И Потифар сам пошел его смотреть. И что он видит? Рассказывают наши мудрецы, что он увидел, что Йосеф, перед тем, как что-то делает, он что-то проговаривает, что-то говорит про себя. И Потифар подумал, что Йосеф большой колдун, что он говорит какие-то заклинания, которые так великолепно действуют, что просто-напросто появляются такие великолепные результаты. И Потифар подошел к Йосефу и спросил: «Слушай, скажи мне, в чем твой секрет? Напиши мне свое заклинание, я тоже хочу так же достигать успеха». И Йосеф ему сказал: «Ты знаешь, Потифар, я тебе скажу честно, я вообще не знаю ни одного заклинания. Все очень просто. Я просто-напросто верю в единого Бога. И перед тем, как что-то делать, я прошу его, чтобы он мне помог в том, что я делаю. Прошу детально, чтобы он мне помог в том, что я сейчас собираюсь делать. Пожалуйста, помоги мне сейчас прокосить этот урожай как можно быстрее, как можно лучше, чтобы от этого были только хорошие результаты». И так далее. Так, Давид спрашивает, а Потифар тоже был вроде из армиян. Он не был такой, как египтянин, это правда? Насколько я знаю, он был египтянин. Но все возможно. Ханука Самеах. И на чем я остановился? На том, что Йосеф он добился такого успеха, говорят наши мудрецы, благодаря тому, что он постоянно молился, просил Всевышнего о том, чтобы он дал ему успех вот в том конкретном деле, которое он собирается сейчас делать. И мы знаем это еще от Хафец Хаима, что Хафец Хаим, перед тем, как даже пришить пуговицу, он обращался к Творцу, говорил: «Пожалуйста, Всевышний, помоги мне пришить эту пуговицу». И я вам советую очень попробовать этот секрет, потому что я знаю людей, которые благодаря этому достигли выдающихся успехов, и попробуйте тоже. А если что-то не получается, вы просите, Всевышний вам не дает, то знайте, что Всевышний может сказать нет, это тоже ответ. И это для вас самое лучшее. Так что, дорогие друзья, я желаю вам хорошей молитвы. Смотрят нас 53 человека. Очень-очень приятно. И третья вещь, которую я хочу сказать о недельной главе, перед тем, как мы переступим к главным секретам Хануки, на мой взгляд, да. И эта третья вещь, это важная вещь для мужчин. В недельной главе, которая была в Шаббат, написано, что Йосеф, благодаря тому, что он преодолел испытания с женой Потифара, благодаря этому
разверзлось Красное море. И евреи перешли Красное море. Представляете, то есть в принципе в заслугу Иосифа произошло освобождение от Египта. И точно так же каждый мужчина, который хочет что-то связанное с женщинами, которые получают испытание, любое испытание, связанное с женщинами. Начиная с того, чтобы не смотреть на запрещенное, да, тот, кто это преодолевает и не смотрит, он уже этим приближает наше освобождение, приближает приход Машеха, представляете? И кроме того, это называется айт-рацон, время благоволения. В тот момент, когда мужчина преодолел вот какое-то желание, страсть, запрещенную, да, не сделал это, он таким образом привлекает на себя этрацион. То есть начинается для него время благоволения, когда любая его молитва слышна Всевышним более с благоволением, более благосклонно принимается Творцом. Представляете? И теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к секретам, которые я хотел вам рассказать, секреты, ханукальные секреты, ради чего мы собрались здесь, и секреты, которые помогут нам больше получить духовности и приближения к Творцу в этот светлый праздник, праздник Хануки. Первый секрет. Время, когда горят ханукальные свечи, это этрацон, желанное время для Всевышнего. Это время, когда ваши молитвы принимаются еще более благосклонно, чем в обычное время. Я видел в одной хасидской книге написано, что после зажигания свечей в течение 30 минут ангелы Всевышнего поднимаются и спускаются от Ханукии до небес и доносят туда наши молитвы, да? От Ханукии до небес и обратно берут наши молитвы и доносят до небес, до Всевышнего. То есть, понятно, что после 30 минут тоже это происходит, но особенно это происходит первые 30 минут после зажигания свечей, насколько я помню. Поэтому пользуйтесь, молитесь от чистого сердца, и с Божьей помощью Всевышний исполнит ваши молитвы только на добро. Второй секрет. Есть гула найти потерю. Говорят, когда вот человек, например, что-то потерял, он дает сдаку за возвышение души Раби Мейера. Это сгула, которую дал нам Раби Мейер. И говорит: «Бог Раби Мейера, ответь мне». Скажем это на иврите. Элока де Меир Анени. И что нам интересно знать сейчас в отношении этой сгулы, что есть мнение, что это нужно перевести по-другому. Не Бог Раби Мейера, а Всевышний, который светит, да? Или по-другому, который освещает нас. А чем освещает? Говорит нам комментарий, освещает нас светом ханукальных свечей, которые горели чудом 8 дней, так же, как когда Всевышний сделал чудо. И мы тогда в Хануку, в первую Хануку, и мы просим: Всевышний, сделай нам чудо сейчас тоже, пожалуйста, такое же, как ты сделал тогда. То есть, таким образом мы напоминаем Творцу о времени чудес. И этим временем Раби Мейер, который дал нам эту сгулу, выбрал именно Хануку. То есть Ханука — это очень сильное время для чудес, для света, для добавления света, для молитвы, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И вообще это связано с важным принципом, который мы вспоминаем, что когда мы что-то вспоминаем, что-то, что было уже, да, когда мы это читаем из Танаха, например, что Всевышний как-то себя вел с определенным человеком,
то таким образом мы как бы вот это поведение Всевышнего, мы как бы его пробуждаем. То есть, для примера, ну, важно сказать, что и тогда нам легче это поведение Всевышнего привлечь на себя. Понимаете? И, ну, например, что те, кто хотят Зивуг-Агун, то, кто хочет найти достойную вторую половинку, прочитайте, как Яков встретил Рахель, и попросите Творец, так же, как ты дал Якову встретить его жену, дай мне тоже, пожалуйста, встретить мою вторую половинку из корня моей души как можно скорее. Да, просите осторожно, потому что чтобы вам Всевышний не дал тоже работать 7 лет на вашу жену, просите осторожно. Не говорите, что так же, как он получил, чтобы я тоже получил свою жену, потому что вы знаете, что 7 лет, я думаю, никто не хочет работать на свою жену. И следующий лайфхак, следующий секрет, это если вы просите о том, что вам не хватает, и просите это также для всего еврейского народа, то эта молитва слышится намного лучше. То есть скажите, например, тот, кто хочет найти вторую половинку, пожалуйста, Всевышний, дай мне вторую половинку в числе всех неженатых, незамужних народа Израиля. Дай мне и всем им, пожалуйста, как можно скорее вторую половинку из корня души. Понимаете? Так любую вашу просьбу. Свяжите ее со всем еврейским народом. Четвертый секрет. Подготовка зажигания тоже заповедь. Не меньше, чем само зажигание. Есть хасидут под названием Хасидут Александр. Они говорят, что подготовка к заповеди важнее, чем сама заповедь. Почему? По-простому. Чем лучше подготовился, тем лучше будет исполнена заповедь, да? Но, кроме того, говорят наши мудрецы, что все время, которое вы посвятили подготовке к заповеди, является заповедью само по себе. То есть человек, который идет ночью спать для того, чтобы набраться сил для изучения Торы, ему засчитывается весь сон как сплошная заповедь. Вдумайтесь, дорогие друзья, это очень важный секрет. Таким образом, вы можете любое ваше действие превратить в заповедь. Если вы, ваше действие, которое в принципе не является заповедью, направляете в своей каване, в своем намерении на заповедь, то есть я это делаю для того, чтобы исполнить заповедь, изучать Тору, дать сдаку, чтобы у меня были силы завтра давать урок Торы, чтобы у меня были силы завтра изучать Тору, чтобы у меня были силы завтра или через какое-то время помочь другому человеку. Таким образом, все, что вы сейчас делаете, что это не является заповедью, в принципе, да, по сухой букве закона, это становится заповедью. Представляете? Очень важная вещь. Так, что люди пишут, посмотрим. Ничего мне не написано. Кристина, можно задавать вопросы? Конечно, я смотрю тут чат для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Если я не успел ответить, пишите вопросы в личку. Если смогу, отвечу с удовольствием. Я рад любым вопросам. Вообще, вопрос это то, что нас развивает, как я считаю. И как человек развивается, одна из систем, это человек что-то понимает, потом он видит что-то противоположное, которое получается противоречие. У человека возникает вопрос, это же противоречие. И когда он ищет, 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 в конце концов он находит третье что-то, что эти два аспекта объединяет. Что объединяет все аспекты? Всевышний. Не что, а кто. Всевышний объединяет все аспекты, поэтому Всевышний объединяет все противоречия. И чем ближе мы ко Всевышнему, тем больше мы целостны, тем больше мы
объединяем в себе. Что меняет Ханука в жизни человека? Ну, смотрите, с точки зрения хасидизма, восьмой день Хануки – это как Ошана Раба, то есть окончательная печать ставится на то, какой будет год у человека. То есть, в принципе, сейчас мы еще можем повлиять всеми своими молитвами и своим поведением на весь наш год. Я думаю, это достаточно, да? Анна пишет, Яков работал на Лавана, Раша Мируша, а не работал на Рахель. Да, конечно, но работал на Лавана для чего? Для того, чтобы получить Рахель. Это то, что я имел в виду. И теперь, дорогие друзья, мы приходим к следующему лайфхаку ханукальному, четвертый секрет. Я уже сказал. Да, я уже сказал. Окей. Если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас, дорогие друзья, самое время освещать мир добрыми делами. Поэтому пару слов о том, как вы можете помочь прямо сейчас подписчикам ВИКРЫ. Речь идет о центре ПИК, который я уже в прошлом уроке вам сказал, который сейчас мы, дружная команда, которую я пока не буду представлять, организуем для вас. Фактически центр уже готов к работе. Сейчас делается сайт, есть уже коучи, которые готовы работать. Есть коуч по воспитанию, есть коуч по отношению с женой, с мужем. Разные коучи, которые готовы вам помогать в различных темах, связанных с психологией, с еврейской жизнью. И что остается? Остается, в принципе, для тех, кто хочет получить помощь, для тех, кто, кому нужен дружеский совет, профессиональный, религиозного человека, да, ему нужно обратиться. Коучи не могут работать бесплатно, поэтому стоимость минимальная, скажем так, вообще, это 150 шекелей. И для того, чтобы люди... 150 шекелей за час, да? И для того, чтобы люди, у которых нет этих денег, могли тоже получить помощь, мы организовали фонд, фонд ПИК, в который люди могут пожертвовать сколько хотите, каждый сколько хочет, рубль, шекель, доллар, да? И из этого фонда мы берем спонсирование для тех, кто не может себе позволить 150 шекелей. Поэтому есть возможность для тех, кто не может позволить за 150 шекелей, приобрести, получить эту поддержку коучинговую за 50 шекелей всего. Да? Остальное мы берем из фонда, 100 шекелей мы берем из фонда. Сейчас есть возможность помочь уже двум людям, это то, что есть в фонде, те средства, которые есть в фонде. Поэтому два человека, которые ко мне сейчас обратятся, у которых нету 150 шекелей, им нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, нет проблем, пишите мне в личку, и мы вам поможем за 50 шекелей. Да? Ну и, конечно, тот, кто хочет пожертвовать в этот фонд, фонд ПИК, пожалуйста, пишите мне личное сообщение, я вам дам возможность, пока нет сайта, пока лично я вам напишу, как можно, какими способами пожертвовать вашу пожертвование, вашу цдаку. Можно давать деньги десятины, кстати говоря. Посмотрим, какие есть вопросы. Хороший вопрос. Коротко повторить 4 секрета заново. Да, дорогие друзья, я вообще повторю вам все, что я говорил сегодня. Мы говорили в начале о недельной главе. Мы говорили о пустой яме, что точно так же то, что у нас пустое,
Нам нужно заполнять, или оно, не дай бог, заполняется духовными змеями и скорпионами. Второе, мы говорили про Йосефа, почему его, в чем его секрет успеха, и мы узнали, что это четкое обращение к Творцу и просьба о том, чтобы он помог, чтобы Всевышний помог в том, что я сейчас хочу, собираюсь сделать. Третье, мы говорили для мужчин, это больше относится к мужчинам, о том, что Йосеф, благодаря тому, что он преодолел себя в отношении к жене Потифара, это было тяжелое испытание. Она для него каждый день одевалась по-разному, сменяла одежду, она была красивая женщина. И в какой-то момент, когда она уже схватила его за одежду, Йосеф мог сказать: «Все, я ничего, мне нечего делать, я должен быть с ней». Но он вырвался, оставил одежды у нее, убежал. И благодаря этому евреи вышли из Египта, перешли Красное море. И я сказал о том, что каждый мужчина, который преодолевает себя и не позволяет себе запретные отношения, некошерные отношения, даже некошерный взгляд, он тем самым приближает приход Машеха. И тем самым, даже когда он не смотрит на некошерные вещи, таким образом он привлекает этрацион, время благоволения Творца к нему, к его молитве. И теперь три секрета. Четыре секрета, которые я сказал, четыре лавхака. Первый секрет. Время, когда горят ханукальные свечи, это этрацион. Время благоволения Всевышнего к нашей молитве. Особенно первые полчаса. Второй секрет. Что если вы читаете что-то из Торы, что связано с вашей надобностью, и после этого просите: «Всевышний, пожалуйста, дай точно так же, как ты дал это, например, Якову, как ты дал ему вторую половинку, узнать его вторую половинку, познакомил его, точно так же меня познакомь с моей второй половинкой, как можно скорее, пожалуйста», то это приближает вам, это больше дает силу вашей молитве. Третий секрет. Просите то, что вам не хватает, также для всего еврейского народа. Четвертый секрет. Подготовка к зажиганию тоже заповедь, не меньше, чем само зажигание. И мы говорили о том, что любое действие, которое мы делаем, может, даже которое не написано, что это заповедь, мы можем превратить в заповедь. Итак, дорогие друзья, так, вопросы. Самый главный секрет – вера. Я думаю, что да. Написано, что если два человека исполняют заповедь, это будет пятый лавхак, который я тоже хотел вам сказать. И вот сейчас спасибо, что Яков мне напомнил. Два человека исполняют одну и ту же заповедь. Совершенно одинаково внешне. Внутри один из них просто исполняет заповедь. Ну, Всевышний повелел, я делаю. А второй человек понимает, насколько, и верит, насколько эта заповедь важная, что он этой заповеди переворачивает все миры к лучшему, что он делает всему миру исполнением этой заповеди добро. Второй человек, говорят наши мудрецы, таким образом его награда намного больше. Насколько человек больше понимает важность той заповеди, которую он делает, и ощущает это, настолько больше его награда. Давид пишет, повторите, повторяю. Так, вот он написал ответ, отлично. Теперь все законспектировано, напишите тогда, Давид, если хотите, еще пятый пункт, пятый лайфхак. И на этом, дорогие друзья, я вас еще раз хочу поздравить со светлой Ханукой. Спасибо всем, кто был со мной. Если для вас был полезен этот урок, то пошлите его друзьям.
И до новых встреч. Будьте счастливы.